такой яркий и красочный. Детский сад комбинированного типа на улице Подводников стал долгожданным подарком для жителей поселка Северный. Больше всего постройки нового социального объекта рады родители. Теперь им не придется водить своих детей в дошкольные учреждения вдали от дома. Мы уже здесь прогуливались, смотрели, как садик строится, наблюдали, так сказать. Вот, мониторили, ждали, дождались. Мы очень рады. Садик новый, садик оборудованный. Он рядышком с домом, очень удобно. Новый объект уникален для Курской области. Здесь вместе с обычными детьми комфортно могут находиться ребята с особенностями здоровья. Для них созданы все условия. Например, специальный коридор безопасности. В случае пожара именно он поможет детям на инвалидных колясках без риска для жизни дождаться спасателей. Самое главное новшество – это создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Как для детей, так и для родителей с ограниченными возможностями здоровья, которым будут сюда приводить детей. И это первый детский сад такой в городе Курске, да и в Курской области. Вот, и даже небольшое количество, небольшую квоту мы планируем создать для детей и родителей из других районов города Курска. Детский сад соответствует всем современным стандартам. Просторные коридоры, музыкальные и спортивные залы, комфортные комнаты для игры и отдыха. На строительство объекта было потрачено более 200 миллионов рублей. Цена довольно существенная, но и значение для Северного микрорайона, в целом для города Курска, этого детского сада, оно большое, потому что Северный микрорайон развивается, активно строится, и даже этих мест будет недостаточно. Мы прекрасно это понимаем и планируем и дальнейшее строительство детских садов в этом микрорайоне. Новый детский сад сможет принять 150 юных курян. Группы будут формироваться в течение года. Уже зачислено более 30 детей. Со строительством нового социального объекта в молодом микрорайоне открылись около 60 рабочих мест. Анастасия Шугаева, Антон Латышев. События дня.